Святая Сосанна была дочерью пресвитера Гавиния и племянницей святого папы римского Гайя. Дева была воспитана в строгом христианском благочестии и с юных лет посвятила себя Богу. Семья святой состояла в родстве с императором Диоклетианом, и он, прослышав о ее добродетели и красоте, решил выдать ее замуж за своего соправителя Максимиана Геркула. Император послал Гавинию для переговоров о свадьбе своих родственников. Но все они после бесед с благочестивой семьей приняли крещение. Диоклетиан же, когда узнал об этом, всех их отправил в изгнание. Святую деву Сосанну взяли во дворец, а императрице было поручено уговорить ее покориться. Но императрица, тайная христианка, поддержала мученицу в намерении сохранить девство ради Господа. Она объявила императору о непреклонности девы вступить в брак с язычником. Тогда Диоклетиан дал позволение соправителю обесчестить святую деву, но ангел защитил ее. Некоему Македонию, ярому язычнику, было поручено заставить обратиться святую Сосанну, выдала поклонство и принести жертву, на что она ответила мучителю: «Я сама себя приношу в жертву Господу моему». И была святая мученица усечена мечом, а императрица тайно похоронила ее тело. В скором времени вслед за Сосанной приняли мученическую кончину ее отец, пресвитер Гавиний, и святитель Гай. «24 августа. День памяти святой мученицы Сосанны Римской».